Третья мотострелковая в селе Солоти – недавно образовавшаяся часть. Здесь уже открыли несколько казарм, столовую, заложили камень в основании небольшого храма. И вот новое открытие учебного корпуса на 300 человек. На первый урок по общественно-государственной подготовке пригласили и лучших школьников – юноармейцев из Валуек. Пройдет определенное время, вы подойдете к тому рубежу, когда нужно будет выбрать профессию. И мне бы очень хотелось, чтобы вы выбрали профессию своих предков, которые охраняли наши рубежи, стали военными. Здесь будут проходить занятия по предметам военной подготовки. Будут установлены тренажеры ведения стрельбы, так называемый электронный тир. Появятся классы для подготовки караула, библиотека. Основная составляющая боевой подготовки вооруженных сил – это прежде всего учебный процесс. В учебных корпусах проводятся занятия по боевой подготовке. Постоянно личный состав совершенствует свои навыки. Без теоретических основ ни одно практическое занятие оно будет неуместно. Всем необходимым корпус оснастят в течение ближайших месяцев. В этот день юноармейцам показали уже построенные казармы, где ребята смогли увидеть быт военнослужащих и понять, что сейчас армия современна, с комфортными условиями и колоссальными возможностями. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Новости мира Белогорья.